Ребята, короче, внимание, я командир этого отряда. Сейчас вы все должны подчиняться мне. Куда вы побежали? Всем привет, меня зовут Андрей. Сегодня мы поиграем с вами в CSGO. Последний раз в Counter-Strike я играл еще в 15 лет. Это был Counter-Strike 1.6. Недавно я нашел свой старый аккаунт в Steam. Там у меня уже был куплен CS. Если вы хотите поиграть со мной вместе, если будут еще такие видосы, то добавляйтесь в друзья. Сыгранем вместе. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в самом конце будет розыгрыш настоящего ножа из CSGO. Поехали! Ну что, начнем, запустим. Посмотрим, что произошло. В принципе, я как бы смотрел видосы на YouTube о том, как крутят ножи, выигрывают ножи. И поэтому мне стало интересно, как это сделать. Захотел попытать свою удачу. Я как-то его установил, даже купил. Выиграл пару каких-то хреновых, по-моему, атрибутов. И, в общем, на этом все закончилось. Как бы я пару раз сыграл, да и все. Даже не знаю, что сейчас будет. Насколько я буду рак? Сколько раков вы мне дадите? Вот, заставочка поменялась. Заставка по качеству не стала. Не то что... Где вот эта музыка такая? Ту-му. Так, вот мы видим... А где музычка? Ага, есть. Есть музычка. Но музычка другая. Да и в принципе все другое. Какие друзья, новости. Ну, как запустить, я, собственно, знаю. Играть, найти игру. Даст 2. Все, запускаем. Вот тут вот, я так понимаю, что можно выбрать какое-то оружие, с которым ты пойдешь в игру. Вот. Торговая площадка еще какая-то есть. Ну, вообще, все дела прям. Let's run. А где-то... Go, 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 go! Так. О, нифига, тут все так же осталось. B4-3 я набрал. А патроны как купить? Как гранат... Блин, у меня бабок нет, 600 долларов. А есть еще вот эта отметка? Ой, на Т нажимаю, отметочки нет, я так любил ее ставить. Вот здесь стреляли всегда. Ого, было бы забавно, если меня сейчас убили. Так, на Б. Ну, блин, все прям капец как поменялось. Как бы карта тоже осталась, дизайн поменялся. Чё-чё-чё, я ничего не нажимал. Так. Ух, чё, идти не... Блин, туман. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как стрелять лучше с глушителем или без, потому что, ну, я знаю, что в Counter-Strike 1.6 с глушителем, типа, точнее было, ну, и все в этом роде. Ого-го-го, опасно. Я еще нажимаю на Shift, ребят, я вот на автомате просто нажал на Shift, потому что, ну, ходить... Блин, вообще без меня весь бой прошел. Я затащил, не глядя, хочу калаш. О, все, калашника взял, калаш, это опасно. Danger, ребята. Ё-моё, привет. Так, какие у всех ники? Все англичане какие-то, что ли? А почему никто не разговаривает? О, на В, да? Привет, ребята! Они меня слышали, нет? Меня слышно? Меня слышно или нет, школьники, блин? Они стреляют в туман, я тоже стреляю в туман. Что-то такое ощущение, что меня никто не слышит, либо они все играют в наушниках и не могут отвечать, потому что... Блин, вообще, куда я стрелял? И не могут отвечать мне, потому что мамка спалит. Туман рассеивается. У-у-у-у. Страшно. Блин, я надеюсь, без меня бой не пройдет. Блин, почему он меняет просто так оружие? Я ничего не нажимал. Ага. Да умри ты, блин. Давай! Да он, блин, я вообще никого не убил, блин, да как так-то? О, тут повтор еще есть. Офигеть, тут есть повтор. Он в меня просто пару пуль пустил, я столько строчил, да что за дем... Я возьму ФАМАС, его называли фломастер еще, помнится. Блин, я могу гранату купить? Гранаты. Зажигательные, ложная граната, устройство для проведения диверсии, симулирующая очереди выстрелов из оружия. Че? Как это работает? Давайте купим, попробуем. Блин, так все как долго-то. Я помню, я закупался вообще за секунды. Так, граната. Граната. Интересно, переключение у фломаса еще осталось таким же? Фломасов, фломастера. Вот так, типа, тройные пули. О, да, есть такое. Типа очередью. Блин, я не знаю, как эта граната работает, ну ладно. Блин, меня слепили, я даже не посмотрю. И чё, я бросил это или чё? А, в меня стреляют! Блин, да вообще поиграю сегодня, нет? Дайте кого-нибудь убить-то. Прям амуниция изменилась. У него тут лежит какая-то бейсбольная бита? Чё? А, это нож у него на ноге. Офигеть.
Этот вообще в очках. И ничего не смущает, что он в очках и еще смотрит в прицел снайперской винтовки, как бы. Вообще, типа, такой пацан ФБР. О, бронежилет я нашел, как купить. Че, бабок нет? Почему? Вот у меня 35 тысяч долларов. Че сделал? Почему нельзя купить? Блин, что взять-то? Пистолеты, пулеметы. Все что-то переименовали. Штурмовые винтовки. Во, вот это не надо. Ладно, что, покупать не буду, денег нет. Блин, мне 2500, а почему не могу купить амуницию? О, я сейчас кого-то видел. Я еще играюсь. Q нажимаю. Блин, надеюсь, я хоть кого-нибудь убью. Что-то меня смущает, что мы в каком-то Афганистане. Что-то какие-то надписи на арабском. По-моему, раньше такого не было. Понятно было, что не где-то в России. Блин, почему он просто так меняет? Я ничего не нажимаю. Я хотел вот здесь патроны поменять, а он поменял мне оружие, не нажимал Q. А, почему я сюда первый иду? Ребята, тут нет никого. Блин, я вот ничего не менял. Чё, почему я выбрал? Да я ничего не... да я ни хрена ничего не делал. Я просто шел. Я не знаю, почему я менял. Ребята, напишите в комментариях, что за тема, блин. Может, потому что у меня маг. Вот он меня убил вообще, ну просто так. Как так-то? Ребята, а чтоб здоровье пополнить, надо поесть в этой игре? Решил поржать на школьника. А где тут Макдональдс? Блин, я не могу на карте Макдональдс найти, ребят. Хотя бы KFC, я как негр. Ох уж эти российские приколы. Ну тут можно стрелять друг в друга. А, ну да, там тоже можно было стрелять друг в друга. Стрелять друг в друга. Шепелявый мальчик. Вот, гранаты. А, гранат могу купить. Блин, почему не ставится отметка? Мне хочется на Т нажать, чтобы такой звук был. Я на монтаже дорисую. Ага. Давайте поставим. Этот чувак только что был живой. Блин, там оружие летело. Кто-то просто... О, я думал, это человек. А, это свой. Блин, ты что-то стреляет, я не хочу в этом участвовать. Да вот же я стрелял. Нет. Блин, я ничего не менял. Блин. Короче, ребят, я понял, почему я меняю оружие. Только что меня доперло. Короче, у меня мышка сенсорная от Apple. И когда я кручу пальцем, я меняю оружие, потому что это выглядит как ролик. Короче, мышка от Apple не очень удобная для Counter-Strike, запомните. Если поиграть. Блин, здесь всегда так опасно. Прям вот чувствую, что хочется перепрыгнуть. Прям, где сюда? Ох, фига себе, кровь, блин. Прям как у Бекмамбетова в фильмах. Блин, надо не нажимать на ролик. Я не знаю... Типа я вот так сделал, да и поменял, понятно, я все разобрался. Че, парень-то не дурак? Блин, я вот за этот видосик должен кого-нибудь хоть одного убить, потому что, ну, это жесть. Да давай, вот, сейчас. Блин, да я вот в голову к нему ему стрелял, вот сейчас, не дай бог, не будет мимо него хотя бы пули пролетать. Вот я стреляю. Да какого хрена? А, у него 1% остался, практически убил тогда, ну, нормально. Я уже прям близок к тому, чтобы завалить кого-нибудь нахрен. Сейчас интересно будет посмотреть, как взрывается бомба вообще. Ну, есть какие-то изменения или нет. Блин, я хотел посмотреть. А, ну вот, туман. А в смысле он был так рядом, его не убил, что ли? Я помню, я вообще убегал на дальний конец карты, чтобы меня не взорвало. А он был прям вот рядом, на одной же линии. Давайте кто-нибудь из вас научит меня играть в контру. Типа, а чё? Блин, да ё-моё, да я начну играть-то сегодня. Нет, вот просто... Просто шел. Ему, блин, повезло. Это через то же место, в которое я всегда боялся проходить. Бесит. Я должен хоть одного убить. Сколько у меня убийств... сколько меня раз убили, точнее. Как смотреть? Тап. Ninja Tattoo Man. П. Убийство. 5 раз убили. 2 суицида, что ли? 5 суицидов. 2 пиздюля и 1 убийство. Так что... А это же не мои. 6 у меня получается суицидов. Одни пиздюля. Просто такое, не хочешь играть? И пырнулся я ножом. Бля, я пропускаю этот раунд, такой взял нож, засунул в грудак всех. Да, меня мамка зовет, такой взял, зарезался. Ребят, я типа, есть же, ну, АПК называется, короче, когда ты
Ну, ничего не делаешь, ты говоришь, ребят, меня мамка зовет кушать, берешь так прям, достаешь нож, так себе пускаешь кровь. Блин, у них даже кровь на оружии. А, ребята, короче, внимание, я командир этого отряда, сейчас вы все должны подчиняться мне. Куда вы побежали? Подчиняйтесь мне, все стоим здесь, сейчас тактику разработаем. Ребят, давайте тактику разработаем, пожалуйста. Нет, ребят, серьезно, просто мы не выиграем так. Давайте прям по тактике чисто сейчас расчертим все. Вот прям как ходить будем, как куда кидать, тогда мы победим. Тут машина горит, нужно потушить, иначе карта сгорит, ребят. Где потом играть будем? Принесите кто-нибудь огнетушитель, здесь машина горит. Мирач. Тут реально русских больше не играешь. Все, Россия перестала в контру играть? Или я зашел на сервер для черных? Короче, чтобы зайти на этот сервер, ты должен скинуть свою фотку в хиджабе. Короче, тут бомбы на этой карте профессионально устанавливают. Они прям точно знают, как ее ставить вниз. Я понял, блядь, это тренировочный лагерь игиловцев. Тренировочная база. Все, ребят, собрались. Я сейчас пулями нарисую, короче, вот здесь. Вот здесь мы, вот тут они. Вот здесь все сюда вы должны пойти сейчас. Все меня слушайте конкретно. Вот, потому что, ну, мы так не выиграем, серьезно. 20 секунд, да похер, пойду, короче. Я опасный гангста. Я хованский, мать твою. Это шаверма-патруль, блядь. Вы мне все должны по шаверме, блядь, наваливай. Сука, убили. Все, сейчас... Да-д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 а. Ну вот же, ну, блин, ну я был близок к тому, чтобы убить его. Блин, нифига себе пистолет прилетел, офигеть. О, нифига, это можно вот так, да? И он летает. О, тут же такая цель. Блин, нифига, дорогое такое оружие купил. Нам теперь не проиграть с ним. Вот я с ним должен убить кого-нибудь, но, ну, такое точное, насколько я знаю. Короче, так как мы форсы, я буду сидеть просто и ждать. Я устал куда-то идти. О, а почему она двойными стреляет? Надеюсь, они не кинут эту тучку. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот, вот, вот. Блин, я завалил, я еще в голову убил. Все, классно. Короче, ребят, спасибо всем за игру. Приятно было поиграть, вспомнить все это дело. Если вы хотите, чтобы на канале выходили... Блин, я не дописал слово, пока меня застрелили. Ребят, короче, ладно, все. Всем пока, я прощаюсь с вами. Если вы хотите, чтобы на канале выходили такие же видосы с Counter-Strike, с Майнкрафтом или с Дотой там, то ставьте лайк под этим видео и пишите об этом в комментариях. Всем спасибо. Ну что, ребят, всем спасибо за игру. Было приятно снова вернуться в эти ощущения, мандраж души и все в этом роде. Если вы хотите выиграть настоящий нож из CSGO, который я отправлю вам с замечательной почты России, которая, надеюсь, будет очень быстра к вашему городу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, делайте репост вот этой записи из группы, и тогда, возможно, этот нож окажется именно у вас в кармане. Именно в кармане. Как там Иван Гай говорит? Bye-bye, guys. Че, что-нибудь сказать? Ставь палец вверх. Палец вверх. Кстати, прикинь, знаешь, что? Диана вчера мне, знаешь, что рассказала, что у нее подруга смотрела раньше видео Кати Клэп давно. Короче, и когда Катя Клэп говорила «ставь палец вверх», ее подруга делала вот так просто. Не ставила в YouTube палец вверх, а просто вот так делала. Все.